Актриса призналась, что после Нового года отправится в отпуск вместе со своим избранником. Алена Хмельницкая не только актриса, но и мама двоих детей. С супругом Тиграном Кеосаяном она рассталась 4 года назад, но продолжает поддерживать с ним теплые отношения. Артистка успевает заботиться о наследницах, сниматься в кино и посещать светские мероприятия. При этом 47-летняя знаменитость не перестает восхищать поклонников своей стройной фигурой. К слову, сердце женщины занято. Уже продолжительное время она встречается с Александром Синюшиным, который младше ее на 12 лет. Больше по теме: Алена Хмельницкая вышла в свет в необычном платье. 47-летняя актриса отдала предпочтение наряду российского дизайнера. Поклонники заметили, что с появлением в жизни Хмельницкой возлюбленного она стала хорошеть буквально на глазах. Мужчина покорил сердце артистки, а также подружился с ее дочерьми. Этим летом они вместе отдыхали за границей, а также ходили на рыбалку. Актриса недавно поблагодарила судьбу за то, что она познакомилась с Синюшиным. Она практически ничего о нем не рассказывает, а также редко публикует фотографии с ним. Сейчас Алена готовится к грядущим праздникам. Однако она не скрывает, что ей не терпится отправиться в отпуск. Во вторник знаменитость поделилась романтичным фото с возлюбленным. В кадре актрису целует в щеку ее избранник. Они стоят на песчаном побережье в лучах солнца. Уже очень скоро будет примерно такая картинка. Ну а пока подарки, пробки, елки, съемки, Новый год. Написала Хмельницкая. По всей видимости, в январе она запланировала поездку вместе со своим избранником. Поклонники восхитились идиллией, которая царит на снимке. Счастливые какие! Берегите друг друга и храните это счастье долгие годы, ура, как здорово! Снова на Кипр. Картинка прелесть, прокомментировали пост звезды подписчики. Напомним, что у Алены есть старшая дочь Александра. Она в прошлом году окончила школу искусств Тиша в США. А ее младшая наследница Ксения пока только учится в начальных классах.